Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Отлично. Сегодня решил упасть в сосновочку на общаге. Смотрел вверх, в итоге это... упал с крыши. Так, чел, он на перемычку упали. О, флэрган есть, неплохо. Вообще неплохо, я считаю. На завод челов много упало. Блин, полу-то, конечно, такой себе на крыше. Как я понимаю, на общаге никто не упал. Поэтому сейчас быстренько залутаемся. А, подожди. А, нет, на общаге упали чела. И у меня чел где-то здесь. Все, плюс скилл. На общаге есть чел все-таки. Блин, мне нужны нормальные пушки. У меня два дробаша. О, юмпик хотя бы. Отлично, юмпик беру. И броня нужна, брони тоже нет. Так, а где мой дроп? Дроп еще падает. Ё-моё, там... как его не нокнул? Эзэ как не нокнул. Короче, надо вернуться. Отхилиться спокойно. Дождался флэрган и потом уже это... пайтиться, а то без брони, конечно, такое себе. Да и без пушек тоже такое себе. О, гроза и ВМ. Неплохо. Только нужны теперь какие-то прицелы. Прицелов нет. Так, я тебе нужен. Отлично. Так, ну мне вообще не точно есть чел. 100%. Первый, по-моему. И рюкзака до сих пор нет. Ну это вообще какая-то это напасть, вот серьезно. Ничего нет, ни рюкзака, ни прицелов, ничего абсолютно. ТПМ, кстати, есть. Рюкзак есть, отлично. Мне нужен просто какой-то коллиматор. На грузу поставить. Гроза без коллиматора. О, 2х, отлично. Хотя бы 2х. Уже неплохо. О, и 8х есть неплохо. На авик поставить. А, вижу. ЛРС скачал. Куда ты побежал? Остановился бы, пострелялись. А, вижу. Опа. Наклоны, наклоны, наклоны. Блин. Видит меня? Ну ты что, меня не видишь, что ли? Как-то не голова, я не понимаю. Короче, погнали к ЛРС-ке. Там на ЛРС-ке еще чел остался. Либо челы. А, отличный молик. О, голограф есть. Голограф беру. Не знаю, сколько здесь челов. А, вроде двойка здесь. А, нет, сольник. Канистру мне поставил. Так, погнали в сторону завода. На заводе точно чела есть. Вот туда нам надо. А, там тоже ребята флайрика запустили, я смотрю. Может быть, они на общагах уже, кстати. Не, вряд ли здесь тачки стоят. А, вижу, чел бежит. Блин, промазал. Ладно, погнали к челам. Сауга зажимает. Вижу второй этаж.
Давай, выгляни. Выгляни, тебе красивый шот поставлю и все. И на этом дело с концом. Непонятно, где он выглядит, здесь или здесь все-таки. А, вижу его. У тебя МКшка, а у меня авик, ты понимаешь? Все, отлично. Ладно, короче, поехали отсюда. Больше здесь делать нечего. Я думаю, можно поехать в сторону Новорепки, потому что разлет был от Новорепки до починок, примерно такой. Опа-на. Или это ботинок? Это ботинок, скорее всего. Да, это ботинок. А, флэрку вызвали. О-о-о! Вот это мне нравится. Вот это уже хорошо. Еще одну флэрку вызвали. Две флэрки вызвали. Вот это, конечно, красиво. Главное заехать как-то аккуратно. Вижу, чел бежит. Вот как-то сверху. Есть ног. Есть ног. А чуть не понял, это... А. Это ё-моё, это бот мой дотёк. Ну челу нокнулись. Где-то их тиммейт должен быть. Так, можно я все патроны на авик заберу у тебя? Всё, спасибо. Где их тиммейты, опять же, непонятно. Блин, пулик все-таки или гроза? Ладно, дам второй шанс грозе все-таки. А, вот бежит, бежит чел. Все, это их был тиммейт. 100%. Что там у тебя было? Все, ладно. Ничего не лезет уже. Ксов завались, просто всего завались. 40 патронов на авик. Вот теперь я доволен, вот теперь я счастлив. Теперь можно ехать в зону. Зона будет, скорее всего, наверху, где-то возле починок. А, разлет. Разлет был примерно вот такой вот. Ну, соответственно, починки должны быть челы. Там лодка стоит на берегу. Давай подъедем, посмотрим. Да, здесь есть чел. На втором этаже там. Не знаю, как не взорвался. Четко прям хаешка в него залетела. Или он на первом этаже? Да, он на первом этаже. На улицу вышел. Все, найс. Сольник был. Не, гроза это мощь все-таки. Как бы, что бы я ни говорил, она мощь. Но опять же, странно, почему он соло. Где его тиммейты? Все время задаюсь этим вопросом. Вот, вроде как команда играете, а почему нокаетесь-то? Где ваша команда? Ой-ой-ой-ой. Все нормально, поехали дальше. Поехали сразу же в починки, я думаю. Или на мост. Точно, поехали на мост. Может быть, мост перекрываю сейчас. Так, на мосту вроде никого нет. Вроде мост, да, никто не перекрывает. Ну и поехали тогда в починки. Блин, поехали, а тачки-то нет, бенза нет. Эх, я на ней жарил-жарил, будь здоров просто. Весь бенз потратил. Где тачку искать, вообще непонятно. И зона большая еще. А, вон, Макларен есть, отлично. Макларен заберем. Ну, я думаю, стоит поехать в починки, потом на общаге, на школу пострить. Как раз таки еще минута есть до зоны. Мне кажется, там все воюют. Блин, теперь мне нужны новые баги. О, флайерку вызвали. Поехали на флайер. Это, по-моему, дедом папище, там, где ангар. По-моему, там вызвали. Ну, сразу займу тогда дом папище. Или подожди, это ниже где-то. Чуть подальше. А, вот где вся война идет.
Кинга там зажимают. Блин, зажимастер. Треви лежит. И в смоках челы. И за дропом чел. Блин, такое себе место. Кого-то убили только что с ДПшки. Видимо, убили чела, который в смоках. А, вижу. За дропом. Вырубил. Чего? Нет. Прямо мне его порещал. Есть ног. Как я выжил? Как я выжил только что? Есть ног. Но они за дропом все стоят. Поднимаются опять же. Надо им коктейль туда закинуть. Каешечка тоже. О, сжег. Найс. Неплохой коктейль, кстати. Подожди, а где еще один чел? Что-то я ничего не понимаю тогда. Если за дропом никого нет, но его кто-то поднял, тогда где он? Блин, надо выше подняться, короче. Уйти назад отсюда. Мне хаешки закидывают. Видимо, чел в кемп подбежал уже. Либо за деревом где-то стоит. Сейчас тачку заберу, подъеду к ним. Или к нему, я не знаю, сколько их там. Потому что так бежать по фуллопану, конечно, такой себе поступок. Опрометчивый максимально. Так, это мои смоки, интересно, или нет? А, он справа. Все, найс. Фух. Отлично. Сколько авиков, это просто жесть. В этой карте просто авиков завались. Что-то у меня с зажимом немножечко в этой катке плохо. Попасть вообще ни по кому не могу. Так, надо ехать в зону, зона будет на гробах. И опять же бенза очень мало, бенз нужен. О, баги стоит какая-то. Давай баги заберу. Че, просто так баги стоит? Во, нормально. Я думаю, последний чел уже где-то в зоне. По идее. О, дропчик упал. На дроп залутать. О, вижу, вижу, чел бежит. Привет. Как дела? Он такой присел. Думал, чё? Чё происходит? А, на меня баги едет. Блин, а что делать в такой ситуации? Так, иди сюда. Все, забираю у тебя. Я сам ненавижу такие моменты, когда вот на тебя едет баги или дача какая-нибудь. И ты в фуллопане. И чё, куда двигаться, куда бежать, вообще непонятно. О, дроп упал. Давай на горе стопнусь. Где-нибудь здесь. Может быть, сейчас дропы приедут, чело. Нафига мне так много патронов на авик? 19 хватит всем. Больше не надо. На дроп вроде никто не едет. Дроп никому не нужен. Сейчас надо зону дождаться, когда зона сойдется и уже куда-то ехать. Может... А, вижу чел. Есть ног. Вот сейчас нормально с коллиматора залетело. Прям все в точечку. Че в прошлый раз так не залетало, не понимаю. А, УАЗик едет. Отлично залетело. Ребята ко мне приехали, лут привезли. Спасибо, ребят.
Так, осталось 3 человека. На дропе вроде до сих пор никого нет. Я не знаю, это их тиммейт был, которого я убил вот здесь в лопане, или нет. А, там еще дача едет. Что? Что? Вот это было красиво. Не, ну согласись, было красиво, да? Как всегда, лайкосик. Если ты еще не прожал, прожимай. Самое время, как говорится. Я думал, там сольник едет, а там два чела, они друг за другом просто сидели. А, так подожди, один человек остался, да? Да, вроде не человек. Давай дроп посмотрим. О, еще один АВМ. Я не знаю, посчитай, пожалуйста, сколько в этой катке было АВМов. Вот, по-моему, АВМов 6 или 7 я встретил в этой катке. Это же, это офигеть, сколько много. В каждом дропе был АВМ, в каждом. Так, а у меня сковородка есть? Блин, сковородки нет. Хотел последним со сковородки убить. Ну где он, я не понимаю просто. Мне скоро бенз закончится, это нехорошо. Потом придется без тачки бегать. Давай УАЗик заберу. Вот этот УАЗик почти фулл бенз, нормально. А, я вижу его, он лежит. Лежит, отдыхает. Я тут, блин, везде катаюсь, катаюсь, ищу его. Он тут прилег в кустике, лежит, отдыхает. Вот. Блин. Да стрельнул бы хоть раз. Ну, попытался бы хотя бы высадить. Нет, лежит, ждет удобного момента. Ну, ё-моё. В любом случае, классная каточка, 22 кило, 2900 дамаги. Вот, Савика неплохо пострелял с грозы. Гроза зарешала, конечно, гроза... Теперь тоже фулл имба. Короче, для меня теперь фулл имба. И пулик, и гроза, и МКшка. Короче, все для меня фулл имба. Ну а себя, как всегда, лайкосики. Если лайк еще не прожал, обязательно прожимай. Вступай в Дискорд, группа ВК, ссылочки все есть в описании. В Дискорде ты найдешь все мои актуальные настройки по PUBG, коды чувствительности, коды управления. Поэтому заходи, смотри. Пиши любой комментарий. Хорошего тебе настроения, удачи и пока-пока.